Всем привет! Вот выехал сейчас в машине в город и маску забыл дома. Вот, ну это ничего страшного в этом нет. Вот я нашел влажные салфетки для машины. Можно быстро сделать маску. Вот. Берем. Там уже вдвое сложено. Да. Угу. Вот здесь вот двойная маска, вот здесь вот две надо взять. Просто ножниц никаких, ничего не надо. Здесь просто берем для ушей вот так вот. Это на случай вообще экстренный, когда ничего рядом подручного, под рукой нет. Вот раз и все. Для одного уха. И для другого. Для другого уха. Вот. И вот, вот маска и готова. Можно даже трехслойную, четырехслойную. Сколько вам салфеток не жалко на это дело потратить. Вот. Занимает вообще никакого времени практически. Нужно сделать, да, здесь преграду больше, штуки 4 я бы рекомендовал. Да. Дышится через нее очень хорошо. Да. Есть такие антибактериальные, продают вообще вот. Шикарно, если у вас всегда такие под рукой. То есть держится она в натяжку, очень хорошо облегает нос. Ну-ка вот одень, посмотрим, одень-ка. Вот. Шикарная маска, дышать комфортно. Легко. Даже аромат. Ароматерапия. Ну, да, буквально за 15 секунд я сделал. Вот и все. Всем пока. Всем пока. Удачи. Не болейте. А кто заболел, выздоравливайте.